А жители Райчихинска собирают деньги на лечение Романа Осокина. К помощи призывают активисты города. Дело в том, что у 16-летнего Романа рак крови. Сейчас мальчик находится на лечении в онкогемологическом отделении детской областной больницы. По словам врачей, он в тяжелом состоянии. В дальнейшем ему требуется дорогостоящее лечение. В Райчихинске объявлена благотворительная акция «Помогите Роме». По всему городу расставлены специальные урны для пожертвований. Так собрали уже около 20 тысяч рублей. Кроме того, в рамках акции 3 ноября состоится благотворительный концерт. Собранные средства пойдут на лечение Ромы. Практически все билеты на концерт уже проданы, а это еще дополнительные 20 тысяч рублей помощи. Акция «Помогите Роме», как говорят ее организаторы, будет продолжаться столько, сколько потребуется для того, чтобы обеспечить лечение. Оказать помощь может любой амурчанин. Для этого деньги надо перечислять на счет. Реквизиты можно узнать по телефону, который сейчас вы видите на экране.